А сегодня о своей работе отчитывались власти города Спутника. За прошедший год Новочебоксарск добился неплохих результатов. Экономика муниципалитета развивается. Задачи на перспективу на расширенном совещании обозначил глава Чувашии Михаил Игнатьев. В прошлом году в бюджет муниципалитета поступило больше собственных доходов. Только от аренды имущества Новочебоксарск получает многомиллионные суммы. Неплохо развивается промышленный сектор. Оборот предприятий превышает 50 миллиардов рублей. За последние годы, отмечает глава республики, изменился и облик города Спутника. В рамках приоритетных программ отремонтировали десятки дворовых территорий и самые аварийные участки дорог. В планах благоустройства Ельниковской рощи. У муниципалитета большой потенциал. Михаил Игнатьев озвучил и в итоге проведенного опроса жителей. Большинство новочебоксарцев волнуют проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и качество оказания медицинской помощи.